канале Принцесса Спорта. Сегодня у нас выездные соревнования. Всем привет! Сейчас мне мама сделает макияж и прическу. Я надеюсь, что у нее получится. Вот мы уже закончили с нашей прической, теперь переходим к макияжу. Красиво! Красиво! Более-менее ровно, да? Если честно, я немного волнуюсь перед соревнованиями, потому что меня в первый раз берут на выездные, и я поэтому, ну, у меня ощущения крутые. Вот мы сейчас будем ехать в Таганрог. Вот Миланка сделала себе макияжик, Мил, покажи. Вот я вам с такого ракурса покажу. Я вышла на ковер, у меня не прочитался диск. Я потом ушла с площадки, расплакалась, расстроилась. Гимнастка свободна.
заняла второе место. Покажи нам свою медальку. Какая она красивая. Мне подарили вот такую вот кошечку. У нее очень длинные ноги. Как у гимнастки, да? Ее можно вот так вот на шпагат посадить. И грамоту показываю. Грамота у меня вот такая. Ну а ты, если тоже любишь гимнастику или любой другой вид спорта, то... Подписывайся на наш канал и ставь лайк. А теперь привет!